Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопиджана Самаюктам Биндаванам Манохар Ванша калпатору веща кипа синду вевеч, патитанам павуне бхавишна вибью намо нама, мукам кароти вача лан пангун лан хетгирим, ят кипа там ханг ванди парма ананда мадвам, бриндавай тулсидевай пиявай кесва сача. Шна-бхакти-паде-деви саттва-ваттвай-намо-нама Нараяна-намаскритта-наранчайва-нараттамам Девинг-сарасватинг-вясам-тато-жайо-хамадире Шанкиртане-кишна-катопадеш Гаури-апатрасу-пракасанеча Шадану-ракта-гуру-бхакти-жукта Бхакти Прамодакша Джагодварана Дхайям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетхас Падам Сива Виринчинутам Сараням Виттаттихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунаравиндам Ятпаду паллавана качанна мани чатая Биспуриджита кимепикабодуш адарши Пурнану рагара сусагара сарамурти Сарадикаме када кипами караси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджануламбита Бхуджау Канука Бодату Санкертаной Капитару Камала Айотакша Вишам Бару Диджабару Джагадхарма Палу Банде Джагад Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Муктинча Муктинча Дада Синитам Бхавануруппена Саданаранам Ганга Таранга Раманийя Джата Калапам Гаури Нирантара Вибушита Бхама Бхагам Нараяна Прияманангу Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джоша Бадане, Лакшми Джоша Чавакшаши, Джасясте Хиде Самбит, Твам Нишинга Махамбади, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам. Но таташ бхавет бандо бандас чанна пасангата
Yoshi Sangha Jyatha Pungsho Tata Tatsangi Sangata. Na Tathasya Bhavet Bandho Bandhaschanna Prasangata. Yoshi Sangha Jyatha Pungsho Tata Tatsangi Sangata. Gauri Goshtipati. Гаврия Гоштхипати Шушила Бхакти Сидханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупат Парамахамса Джагадгуру сказал, тот, кто хочет совершать харибаджан, должен быть всегда на чеку, наблюдая, не нападает ли на него кама, кротха и так далее. Иначе он не сможет совершать баджан. Прабхупад говорил, в особенности те, кто приняли отреченный образ жизни, должны быть очень внимательны и осторожны по отношению. Ками, кротхи и так далее. Если они испытывают какое-то влечение, к чему-то, что-то привлекает их в материальном мире, они должны задуматься о том, к чему их это приведет. Да, сейчас я хочу наслаждаться. Наслаждаться материальным объектом. Но вновь и вновь нужно размышлять над тем, что будет после того, как я наслажусь. И благодаря этому те, кто принял отрешенный образ жизни, смогут сохранить свою саньяса-врату, следование саньяси или брамачария. В действительности, следование саньяси и брамачария, честно говоря, практически невозможно. Практически невозможно следовать им. Поскольку дживатма с незапамятных времен погружена в материальные наслаждения. И как же ей отречься от всего этого? Как мы знаем, основополагающее учение йоги заключается в том, чтобы оторвать ум от материальных наслаждений. Йоги стараются сделать это, прикладывают усилия под руководством своих гуру, но у них не получается, как правило. Они погружаются в медитацию, затем у них могут возникнуть какие-то препятствия, которые разрушают их медитацию. Потом они вновь погружаются в медитацию, достигают более совершенного уровня. И затем конечная их цель — это самадхи. Что такое самадхи? Полное забвение о своем теле и окружающем мире. Когда вы забываете все это? Я могу привести несколько примеров этого. Одного очень знаменитого, уважаемого йоги. Его звали Локанатх. Вы слышали Сундарван? Это знаменитый по всему миру лес. Он находится не так далеко отсюда. Я всего единожды там был в своей жизни. Там Сагар Сангам находится. Это очень значимое место паломничества. И там я всего единожды был и принимал омовение. Так вот, и там родился этот йоги. Затем он отправился в Гималайи, принял прибежище у одного йоги. Тот йоги был очень могущественный и стал помогать ему. У него появился друг, вместе с которым они практиковали йогу. Гуру, я имею в виду, йоги-гуру, смотрит
This Loknath, his previous name, what he was, I don't know. He cannot do properly. Этот гуру со временем заметил, что несмотря на то, что Локанатхи старается, у него ничего не получается. И тогда йоги сказал, тогда гуру сказал, похоже, тебе ты привязан к какой-то женщине у себя дома. Отправляйся туда, разреши эту проблему, а затем приходи. И тот и Локанатх ушел. Он отправил его разрешать свою проблему. А его друг очень продвинулся. Локанатха разрешил проблему у себя дома и вернулся. Затем 6 месяцев он практиковал, и за 6 месяцев он смог превзойти своего друга, который уже достиг хорошего результата. Но он смог превзойти даже его. Итак, что, к чему это? О чем-то говорит нам, что прежде всего необходимо избавить свой ум от привязанностей. Если вы будете стараться продвигаться в йоге, то материальные привязанности будут возвращать вас назад, не давая совершить прогресс. И в действительности йога очень сложна. Бхакти по сравнению с ней очень проста. Путь бхакти очень прост. Полубоги говорят, те, кто пытаются достигнуть лотосной стопы Брамы, стараются изо всех сил, прикладывая неимоверные усилия. И если им везет, они достигают лотосной стопы Брамы, но затем падают вновь. Они пренебрегают лотосными стопами Господа, говорится в этой шлоке. Именно поэтому они и падают. Но в бхакти-йоге все иначе. Путь бхакти-йоги очень прост. Но при условии, что садака совершает свою духовную практику под руководством настоящего духовного учителя. С какой шлоки я сегодня начал, вы помните? Мы будем говорить сегодня о ней. Вы слышали эту шлоку? Она из Чайтаньи Чаритамриты. Гаудия Бхаджан невероятно, то есть цель Гаудия Бхаджана невероятно возвышена. И в Чайтанья Чаритамрите говорится, приводится вот эта шлока. Лишь Гаудия Сампрадая имеет столь полноценное описание Йошит-санги. Что это такое? Каждое учение, течение имеет свое представление об этом, но лишь Гаудия Вайшнава Сампрадая представляет полноценное описание, полноценную концепцию этого. Прабхупад говорит, любой объект, к которому вы испытываете влечение, любой объект, которым вы хотите наслаждаться, любой объект, на который вы смотрите с настроением наслаждения, является йошит. Речь не идет только о женщинах. Слово «йошит» в этой шлоке не указывает лишь на женщин. Бытует такое мнение, что только женщины становятся причиной падения.
Но это не так. Когда женщины общаются с мужчинами недозвольным образом, это также ведет за собой их падение. Или если мы привязаны к деньгам, если мы приняли отреченный образ жизни и все равно испытываем тягу к деньгам, хотя уже накопили кроры рупиев, то есть тысячи, миллионы рупиев, и все равно хотим больше и больше, это точно такая же ешит. Поэтому-то Прабхупада говорил, что нашей целью не является накопление денег, славы и почета. А если мы все же этим занимаемся, это постепенно приведет нас к такому высокомерию, что мы начнем пренебрегать чистыми преданными, гуру и вайшнавами. Все знают Амбариша Махараджа, все знают Парикшит Махараджа. Хотя они были очень богатыми личностями, они достигли успеха, но для этого необходимо стопроцентное предание. На протяжении своей жизни я часто видел примеры, что какой-то человек приходит, встает на путь преданного служения и испытывает сильное влечение к Кришне. Он совершает баджан с энтузиазмом. Но внезапно случается так, что он начинает чувствовать какое-то влечение к одному из проявлений йошит. Это были даже саньяси встречали, даже те, кто получили посвящение у Прабхупады, даже они сталкивались с такими препятствиями. Они могли очень быстро развиваться и обладать выдающимися качествами. Писать удивительные статьи, удивительные книги о возвышенной Сиддханте и даже получать благословение Прабхупады, но потом столкнуться с проблемами йошит, почувствовать влечение к чему-то материальному и оставить Прабхупаду. Один такой ученик Прабхупады не просто оставил саньясу, а затем получил посвящение в Гайе, то есть выбрал какую-то совершенно противную Прабхупаде линию. И начал заниматься недозволенными вещами там, и даже там он отказался от... прекратил врату саньясы, женился, у него родился сын. У сына были проблемы со здоровьем, жена стала бить его, была очень злая, хотя вначале у них была сильная любовь, но потом она начала его бить, и он очень сильно страдал. Но изначально он сделал очень много служения Прабхупаде. Точнее, и в последние свои дни он как сумасшедший ходил вокруг Радха Кунды ночами напролет и призывал: «Прабхупад, Прабхупад, прости меня!» Ночами напролет, как сумасшедший. «Прости меня, Прабхупад! Прости меня, что мне теперь делать?» У него были последователи, и он сказал им: «Посмотрите на меня, посмотрите, что со мной случилось, посмотрите на меня». Итак, я умоляю вас, умоляю всех преданных, умоляю вас, как минимум, пожалуйста, не оскорбляйте преданных. И Гуру Махарадж также просил об этом преданных, и поэтому составил книгу «Сердце Кришны».
Гуру Махарадж думал, наверняка они не смогут избежать вайшнава апарадхи. А вайшнава апарадха ужасно опасна. Именно поэтому он написал эту книгу. Если вы будете читать ее, вы получите огромное благо. Потому что это предостережет вас, научит вас быть внимательным по отношению к апарадхе. Гуру и вайшнава, которые совершают баджан, обретают особый уровень сознания. Не то, что особый уровень сознания, а то, что превосходит полностью материальное сознание. Они закрытыми глазами могут видеть все, что происходит. И нам также необходимо такое сверхсознание. Но это невозможно сделать самостоятельно, для этого нам необходима милость гуру и вайшнавов. Никакие... То есть вот без этого супер-сверхсознания мы не сможем осознать сиддханту, даже просто запомнить ее. Будем совершать ошибки. Итак, необходимо избегать йошит-сангу. Это самое основополагающее правило вайшнавской сампрадаи. Избегать неблагоприятное общение, избегать йошит-сангу. Но даже это джива не может сделать сама по себе, ей необходима для этого милость вайшнава. Но даже если вы не можете совершать баджан хорошо, как минимум не оскорбляйте вайшнавов. In fifth canto also find Mahaseva Dharmahu Vimukte Tamo Dharam Jashitam Sangi Sangha. You find that? Listen. Это шлока из пятой песни Шримад Бхагаватам. Наджату камаха камана упобхогена саммати хавиша кришна ватмайо бхуйо эвави бардата. Also you can find matra sasta ba duhitra no vivikta sanavasit balavan indiyo grama vidyam shama vikarsati. Our Mahaprabhu was speaking, vairagi haiya kare stri sambhashan dekhite na paru mui tahar badan. Bengali you learn. Учите Бенгалия. Вы получите так много. Бенгали очень сложный, так же как санскрит. Английский в сравнении с Бенгали очень прост. Там разделение на рода в санскрите, особенно. Если маленькую ошибку допустите, то же самое слово, которое означает жена, то есть слово, означающее жена, дара. Женского рода, жена. И есть точно такое же. То есть слово разделяется, слово бывает трех родов, как в русском языке. Очень сложный язык санскрит. Одно и то же слово. То есть можно легко допустить ошибку, и будет полностью противоположное значение. То есть там не так все просто, что род определяется по производному слову, то есть от того, откуда берет свое начало слово. Например, Сурья. Знаете, кто это Сурья? Это Бог Солнца. Солнце. Знаете, синоним этому слову? Динамани, Вибир. Савита. But people thinking, Polish people think Savita means
Savita means they think it is actually feminine gender. И люди думают, что Савита — это женского рода имя. И часто называют дочерей своих так, но на самом деле Савита — это Сурья, соответственно, это мужское имя. Так вот сложен санскрит. Никак не избавиться от камы. Можете прибегнуть к помощи мантры, тантры. Может даже казаться, что кама у вас уже, вы полностью от нее освободились. Кажется, что нет никакой камы у меня больше. И она опять, спустя какое-то время, она снова возвращается, потому что это лишь кажется, что она ушла, а все равно в сердце что-то остается, и тогда она возвращается вновь. Даже великие риши и муни не доверяют своему уму. Как только мы начнем, как только мы полагаемся на свой ум, мы пропали. Наш ум — самый главный наш враг. Это слова Махапрабху. Тот, кто принял отреченный образ жизни и пытается вступить в неблагоприятное общение, в запрещенное общение, Прабхупада объясняет, что бывает как активная, так и пассивная кама. Пассивная кама скрыта в сердце и, как правило, незрима для людей. Люди не замечают, что она присутствует в сердце проповедника. It means this kind of bondage you can never develop as you can develop by the help of Yashisanga. Ничто не может так связать нас, как Йошитсанга. Это такие оковы, такие... цепи. Или можно сравнить со змеей. Когда змея кого-то кусает, вы хотите почувствовать, возможно, что испытывал этот человек, насколько больно, когда змея кусает. Этот человек просто лежит на полу, на земле и корчится от боли. И мы сочувствуем ему и думаем, что же он чувствует. Но невозможно нам почувствовать. Испытать то же самое, пока нас не укусит змея. В детстве часто я слышал эту поговорку, что до тех пор, пока змея не укусит, человек не сможет... До тех пор, пока человека не укусит змея, он не сможет на 100% понять, каково это. То есть необходимо как бы прямой опыт этого. Когда вы его получите, вы почувствуете, каково это. И никакая философия вам не поможет понять.
Никакие объяснения не смогут понять, помочь понять. Джаджати осознал. Саубари и Муни, все они осознали, что есть эта боль. Пурурава, он столкнулся. Они испытали, пережили этот опыт. Опыт то есть того, к чему приводит майя. И когда нечто подобное случается с саньяси, он бежит за майей, бежит, опускает все ниже, а потом он ощущает, оказывается, она в самом низу мирского существования. У Саубари Муни 60 миллионов или 60 тысяч лет заняло, чтобы достигнуть того уровня, на котором он находился, и заняло лишь секунду, чтобы упасть с него. Всего одна секунда. И основываясь на этом, всегда выстраиваете свою жизнь, всегда пытаетесь находиться в обществе гуру и вайшнавов. Всегда, постоянно. Это ключи к вашему успеху. Сегодня я даю вам ключ к вашему успеху. Если вы хотите сделать что-то плохое, вы должны вспомнить о том, что гуру и вайшнавы наблюдают за вами. Я не могу сделать что-то неправильное перед Гурудевом. Шанкар Бхагаван наблюдает за мной, Агнидевата. Бхагаван, сам Бхагаван в форме параматмы пребывает в моем сердце и наблюдает. Одна единственная ошибка может привести вас к тому, что вы лишитесь всего в баджане, потеряете все. И бессмысленно потом будет просить прощения. Потому что чаще всего мы даже не осознаем, мы даже не помним, что и когда мы сделали не так. Саубари Муни не осознавал, что совершал ошибку. Он считал себя великим Муни. Он считал... Мы знаем, что Гаруда Бхагаван не отличен от Бхагавана. Мы не говорим от него, о нем просто Гаруда. Мы говорим Гаруда Бхагаван. Итак, Бхагаван говорит Удаве. Нет в мире ничего, что может сковать человека настолько сильно, как Йошитсанга. Йошитсанга проявленная запрещена. И более того, даже просто общение с тем, кто сам состоит в Йошитсанге, запрещено. Таким образом, мы должны быть очень осторожны в своей повседневной жизни. Куда бы мы ни шли, с кем бы мы ни разговаривали, мы должны очень внимательно относиться к этому моменту. Прежде чем принимать от кого-то просад, мы должны обратить внимание, кто готовил его, и действительно ли это просад. Даже в отношении джаганат-просада должны быть очень осторожны. В противном случае вы можете лишиться уровня своего сознания. So, Oilo, Pururava,
they all developed this kind of tight bondage. It was really difficult for them to come out. Итак, Пурурава и другие личности столкнулись с Йошицангой, которая разрушила их жизнь. Сегодня Раса Пурнима, и мы поговорим о ней. Шукадева Госвами описывает Расалилу так. Бхагаван совершает игры со своими собственными отражениями. Он не общается с женщинами в этот момент, поскольку гопи — это сваруп шакти. В Веданта Сутре говорится, что шакти не отлична от шакти мана. Это безусловная истина. Чаще всего люди не знают Татва-Сиддханту, и, естественно, у них появляется сомнение насчет чистоты игр Кришны. И большая часть материального мира не относится серьезно, не относится с почтением к лилам Шри Кришны, к Расалиле. И часто думают, что раз Кришна танцует с тысячей гопи, почему мне с одной гопи не потанцевать? Ну, конечно же, эта концепция полностью ошибочна. Такое мышление показывает на то, что человек хочет соревноваться с Кришной. То есть он воспринимает его как равного себе, как своего соперника. И в той или иной степени есть у нас такая тенденция думать: «О, раз Кришна думает, почему бы мне так же не сделать?» Но, конечно же, это неправильно. Как я не раз говорил, Кришна является высшим наслаждающимся, верховным наслаждающимся. Во всех мирах нет другого наслаждающегося. Один единственный наслаждающийся на все мира. И мы, хоть и находимся в материальном мире, не должны даже в уме бежать за наслаждениями. Не бежать за чувствами. То есть прежде всего как приходит кама? Она прежде всего появляется в уме, появляются мысли. Затем уже подключаются органы чувств. Так вот, говорится, что даже в уме не должно возникать камы. Мы должны пресекать ее, не должны позволять ей там остаться. Анишвар — тот, кто не Ишвар. То есть тот, кто не Ишвар, у него нет могущества такого, каким обладает Ишвар. Вот Шанкар Бхагаван, например, он выпил океан, он выпил яд. Самый страшный яд. Капля,
одна-две капли скатилась на землю, когда он пил, упала на землю. И этот яд, вобрали в себя все ядовитые живые существа этого мира. Вы можете себе представить? Змеи, скорпионы и так далее. Это было всего две маленькие капли яда. Капли по отношению к тому, что выпил Шанкар Бхагаван. Так вот, каким могуществом обладает Шанкар, что смог выпить столько ужасно ядовитого яда? А если вы маленькую-маленькую каплю выпить, это тут же убьет вас. Кама, Шанкар полностью победил Каму. Так как мы можем ставить себя на один уровень с Шанкаром, с Шанкар-Бхагаваном, и думать, что если наслаждается он, то и мы также можем наслаждаться. Мы не должны наслаждаться даже в уме. В деталях я объяснял Вену Гиту и другие лилы Кришны. Если вы будете слышать их, вы поймете, что действительно один лишь Кришна наслаждающийся, и вы поймете, что лишь Кришна имеет право осуществлять эти лилы. Но многие обусловленные дживы критикуют Кришну за его раса-лилу. И ради блага всех живых существ этого мира Парикшит Махарадж задал вопрос. Как говорит Бхактивинода Тхакур, Кришна Арджуна был близким спутником Кришны, близким другом. Соответственно, у него не могло возникать каких-то невежественных пробелов в знании. То есть он не мог задавать, казалось бы, такие простые вопросы Кришне. Но, как мы знаем, йога Майя сделала так, чтобы на благо всех живых существ Арджуна задал эти вопросы, и мы получили ответы Кришны. Мы сможем найти ответы на свои вопросы, лишь если будем следовать этой шлоке. Трем условиям, которые упоминаются в ней. Итак, Парикшит спросил. Bhagavan Sri Krishna coming to establish the bridge of Dharma Setu, so that people cannot go. Bhagavan Sri Krishna пришел в этот мир, чтобы установить мост, по которому дживы смогут спастись. Он сделал это так, чтобы дживы не смогли уклониться и пойти в неправильном направлении. Так почему же Бхагаван наслаждается
с чужими женами? Почему он совершает раса лилу? То есть Парикшит Махарадж задал этот вопрос ради блага всех живых существ. И что же ответил Шукадев Госвами? О, царь, прежде всего, послушай. Огонь сжигает мертвые тела. Также он может сжечь все, что угодно. Даже если вы нальете яд в огонь, он сожжет его. Он может сжечь все, что угодно. Но он не оскверняется при этом. Никакие грязные вещи, которые может сжечь огонь, не осквернят его. Вы знаете, когда мы проводили яги, необходимо было разжигать огонь с особой мантрой и упоминать много различных имен Господа. И чистый, то есть все должно быть очень чисто. Но так или иначе, огонь, хоть и правила определенные должны соблюдаться в процессе проведения яги, огонь не может оскверниться. Точно так же, как огонь не может оскверниться, не может оскверниться и Шива, Шанкар Бхагаван. Великие Риши и Муни настолько могущественны, в Шримад Бхагаватам говорится, что Васиштха Муни его накормили человеческим мясом, но и тогда он проклял того, кто накормил его этим, потому что он не знал, что это там было мясо. И а еще также описывается, как Васиштха Муни время от времени общается с апсарами. И вот с Вишвамитра это было. Но это великие риши и муни, которых мы имитировать не можем. Если мы сделаем это, если мы попытаемся сделать это приведет к нашему падению смерти, к нашему концу. Это настолько могущественные личности, что никакое осквернение их не сбросит с их уровня. Мы, то есть, зная все нюансы их жизни, мы не можем сказать, что Вишвамитра Риши падший и другие Риши и Муни. Нет, они словно огонь сжигают все осквернение, с которым соприкасаются на протяжении жизни. Но что касаемо обусловленной души, существует одно наставление. Кажется, что великие личности, описанные в Шримад Бхагаватам, совершают ошибки. И нам кажется, что они подобны нам. Но наша Гуруварга объясняет, что это не их ошибки. Это эти ситуации устраивает сам Бхагаван ради нашего блага. То есть нам вот кажется, Муни и Риши тоже совершают ошибки, тоже ошибаются. Но Гуру Варга объясняет, что нет,
Это всего-навсего устройство йога майи для того, чтобы обучить нас, чтобы преподнести нам урок. Может возникнуть вопрос, а почему же вы тогда говорите, что близкие ученики Шрилы Прабхупады падали? Возвышенные ученики Шрилы Прабхупады падали. Да, муни и риши совершают ошибки. И тут мы также видим, что некоторые последователи нашей Шрилы Прабхупады падали. Существует между ними разница. Совершили ли они свои ошибки под влиянием йога-майи или все-таки под влиянием маха-майи? И, естественно, они, вайшнавы, также преподносят нам ошибки, нам примеры, последователи Прабхупады. То есть почему с ними это произошло? Потому что они совершили оскорбление лотосным стопам Шри Гуру и вайшнавов. Но риши и муни этого не делали. Вот это огромная разница. Если вы совершите оскорбление лотосным стопам гуру и вайшнавов, нет спасения, не будет спасения. Лишь если вы сможете, если вайшнав тут присутствует, вы сможете обратиться к нему за прощением, вы сможете... Вы сможете избавиться от последствий оскорбления. Шукадева Госвами говорит, отвечает на вопрос Парикшита, почему Кришна совершает расалилу с чужими женами. Он говорит, Кришна находится в сердце каждого. В каждом самом крошечном живом существе, в насекомом и так далее, пребывает Господь. И что же, Бхагавана нет в сердцах мужей гопи? Да, он пребывает в сердцах мужей гопи. Так что же неправильного в том, что он наслаждается гопи? Ведь на самом деле у каждой дживы есть лишь один муж. Это Кришна. Я сейчас не различаю, кто мужчина, кто женщина. Все живые существа женского рода. Все живые существа являются татастха шакти. То есть женского рода. Но я вот видел, встречал, что где-то пишут, что мужского рода все-таки существует, мужского рода живые существа, но это не так. Женского рода все живые существа. Ну, возможно, грамматическая ошибка. Итак, все дживы. Все дживы являются женами Кришны. Точнее, каждый джива и лишь один муж — это Кришна. Именно поэтому мы не должны, у нас не должно быть желания наслаждаться. We
Даже вдыхать аромат камы нельзя. Необходимо быть очень осторожным по отношению всем видам, всех, ко всем видам йошит, иначе Кришна Бхаджан совершать невозможно. Итак, Шукадев Госвами сказал, кого ты считаешь, кого ты называешь мужьями гопи? Ишан Чакрабарти Такур говорит, вечная Галока Вриндавана, там господствует лишь Бхава, там одна лишь Бхава, одна лишь Бхава. Он наш муж. То есть существует лишь... То есть на самом деле в Галокадхаме нет камсы, его там быть не может. Там существует лишь концепция камсы. Нет ни кутилы, ни джатилы, ни гасуры, бакасуры, ни других демонов. Там лишь концепция их присутствия. То есть одно лишь представление их. Поскольку без них лила не смогла бы состояться. Чем больше препятствий возникает на... То есть, чем больше возникает препятствий на пути к нашей цели, тем сладостнее она становится. Ганга, ее бурные потоки стремятся к океану, и никто не может остановить ее. Точно так же препятствия, никакие препятствия не могут остановить гопи, стремление гопи к Кришне. Но так или иначе, концепция этих препятствий необходима для того, чтобы сделать лилы более сладостными. Итак, как я уже говорил, если мы испытываем влечение к мужчинам или женщинам материального мира, это приведет к нашему падению. Но если мы чувствуем влечение к Кришне, это благоприятно для нас. Жареные семена не принесут, не дадут ростков. Вот Кришна говорит, что с внешней точки зрения может казаться, что между мной и гопи кама, но это не так. When you are feeling attraction for Krishna, then a material karma gone. This is the evidence. This is the evidence. На самом деле, главное доказательство тому, что кама из вашего сердца ушла, это то, что вы чувствуете влечение к Кришне. Об этом говорил часто Шрила Прабхупада. Мы обусловленные души. По милости Гуру и Вайшнавов, если мы будем испытывать влечение к Кришне в Мадхура Расе, это более для нас практично. Если мы не будем испытывать влечение к Кришне в Мадхура Расе, тогда уродливая
искажение Мадхура расы придет сюда, к нам, в материальный мир, в форме мужчины или женщины. То есть Прабхупада говорил, что гораздо более практично для нас испытывать лечение Кришне, чем его не испытывать, и тогда получать результаты этого в форме влечения к мужчинам и женщинам. Точно так же мои сыновья и мои отцы. Отсутствие влечения к Кришне может заставить вас спасть. Потому что на самом деле абсолютные отношения возможны ли с Кришной. Не может быть таких отношений с матерью вашей или с кем-то. То есть, конечно, отношения с матерью... То есть, на самом деле, отношения, их от них никуда не избавишься, их необходимо поддерживать, но настоящие отношения возможны лишь с Кришной. Сегодня заключительный день, и я не удовлетворен. Я весь месяц не мог толком говорить из-за проблем с горлом и не мог правильно произносить санскритские стихи. В санскрите есть целое искусство, как управлять потоками воздуха. Я не знаю, что за наказание получил эту картику, что столкнулся с проблемами с горлом. Бхагаван говорит, если вы станете накалять кусок железа, оно будет все больше и больше очищаться и в конце концов станет удивительно сияющим, потому что все примеси уйдут. Точно так же Бхагаван говорит, при помощи сладостного огня бхакти, карма, которая еще не проявилась, то есть какая-то карма уже проявилась, какая-то еще ждет своего времени. И от всего, и вся она будет аннулирована. То есть не просто аннулирована, она сгорит. Полностью очиститься. Грех, семена греха. Грех имеет разные формы, то есть прарабдха, те плоды, которые уже проявились, те, которые только ждут своего времени, эти семена греха могут находиться в нашем сердце в скрытой форме. И так или иначе, они со временем
причиняет нам очень много трудностей, приносит кучу проблем. Но при помощи бхакти они будут уничтожены. И когда сердце очистится, живое существо обретет качество, обретет квалификацию совершать служение мне абсолютным образом, то есть совершенное служение. Посмотрите на цель, которая ведет Кришна. То есть вначале он говорил о процессах бхакти, шраванам, киртанам. Он начал с этого. Это говорит о том, что он подчеркивает значимость этого. Он подчеркивает важность слушания харикатхи. Он говорит, слушайте харикатху. Ничто не может сравниться с этим процессом преданного служения. Просто слушайте, слушайте внимательно, с полным вниманием и погружением. Как благодаря каджалу развивается зрение, улучшается зрение. Раньше очень популярно это было, всегда наносили женщины своим детям каджал на глаза. Я вот сам видел старушек, которым уже по 90 лет, и они с легкостью вдевают нитку в игольное ушко. А сейчас уже молодые на это не способны. То есть это говорит о том, что очень хорошее зрение. Но к чему ты говорил, что... Если вы будете сосредоточены на материи, все зависит от вас, потому что у дживатмы есть свобода. Если вы стремитесь наслаждаться материей, вы как загипнотизированный будете все больше и больше погружаться в нее. Но Бхагаван говорит, если же ваш ум все-таки устремляется ко мне, вы... Трансцендентные чувства заполнят ваше сердце. Но необходимо делать это под руководством гуру и вайшнавов, а не так, как вам вздумается. У нас нет права полагаться на свои измышления. Как я говорил, Гурупад Падма, Шрила Прабхупада говорил, Гурупад Падма является трансцендентным посредником, при помощи которого мы можем видеть все таким, как оно есть. Трансцендентной средой, которая наделяет нас особым видением. Итак, живое существо, джива, обретет возможность войти в мои лилы, говорит Бхагаван. Патитанам паванабхьо вайшнабхьо намо.